Приветствую всех, уважаемые зрители, гости, подписчики моего канала, с вами Черный Металл. И давайте я вам расскажу об игре, из-за которой у меня было удалено списка желаемого в Steam более 50 игр. Игры, которые были у меня удалены, я вам их немножечко поясню про них. В первую очередь, это игра, секундочку. Воевать здесь я не собираюсь. Это игра, друзья мои, Астронир и игра Субнатика. Насчет Субнатики я ее мог купить давным-давно после релиза, даже до релиза. Но когда я узнал, что в этой игре, в которой был открытый изначально мир, в котором вы могли найти все чертежи, а потом только проходить сюжетную линию, сделали приписанный открытый мир, знаете, пришитый, точнее, открытый мир такой, которого толку нету, к сюжетной линии. То есть вы можете найти все сейчас чертежи, только проходя сюжетную линию. Можете лазить по открытому миру, можете нет. Толку сейчас от открытого мира никакого нет. Вы там ничего нового не найдете. Только по сюжетной линии. Многим она нравится. После релиза еще больше стала нравиться. Друзья мои, когда игра себя позиционирует как открытый мир, там должен быть наполненный открытый мир. Ведьмаке, к примеру. Там есть открытый мир. Да, он наполнен. Он однообразен по луту. И смысла в нем бегать нет. Но там есть красивые места, если честно. И довольно-таки необычные. Хотя бы хоть какой-то труд есть у разработчиков. Да, вы не найдете там уникальных предметов, потому что все они выделены знаком вопроса. Беги туда, ищи там. Это, честно говоря, немного обидно, но... Ладно. Это второй вопрос. По поводу игры Астронир. Ну, она... Честно, довольно однообразная и однобокая. Там очень-очень мало. Можно планету поисследовать, но здесь нет таких возможностей, как, к примеру, в No Man's Sky. То есть, No Man's Sky — основная суть игры тем, что вы занимаетесь сканированием. Сканированием в планетах, которые вы открываете. Сейчас кто-то, возможно, мне напишет, что вот есть элит. Да, она у меня тоже есть, прикиньте. И помимо Элит, у меня еще есть другая игра, про которую даже говорить не хочу. Игра для так называемых богачей. Что за игра? Почему для богачей? Да потому что для нее нужно, чтобы нормально поиграть в компьютер, мама, не горюй. Да, друзья мои, эта игра Star Citizen, она у меня тоже есть, я в нее год уже не играю, потому что я понял то, что год назад она еще более-менее как-то криво шла, сейчас, чтобы нормально в нее поиграть, я не представляю, что за компьютер нужен. Честно, я даже не представляю, как в нее люди до сих пор играют, вкладывают деньги. В общем-то, что я вам могу сказать? У вас есть в этой игре галактика с большим количеством звезд. По поводу преступников, они постоянно меня докучают. Тут и пираты. Это в космосе просто так тоже не потусуешь. Всегда попытаются убить. Так что тихо, мирно мне тут снять не получится. Это у меня уже 15-й дубль. Сразу говорю, за пиратов, если я от них буду варповать, ты уж извините. Тут я от них не могу куда-то деться. Можно, конечно, установить сторонний мод, который убирает пиратов. Но тогда слишком будет скучновато. Что ж, друзья мои, вот галактика, которую вы можете совершать открытия. Эти открытия вы можете переименовывать. Да, вы можете переименовывать звездные системы. Просто реально переименовывать. Тут даже я где-то находил систему, еще другим игроком было открыто. Можно попробовать посмотреть по открытиям. Геки. Ну вот, Junglist, Number, Number, Kane. То есть вы можете натыкаться на планеты и звездные системы, которые были открыты другими игроками. Вы можете переименовывать планеты, как хотите. По-любому называть их. Сканировать фауну. Переименовывать фауну, как хотите. Ну, не открыт ничего. Да нет, открыто. Ну ладно. Переименовывать фауну, как хотите. Звездные системы. Ну, правда, в некоторых местах почему-то здесь нельзя сделать. Ну, ладно. В общем-то, для вас здесь свобода действий, как для первооткрывателя.
То есть вы реально летите на планету и реально на этой планете производите исследования. По поводу размеров планеты. Немножечко попозже, друзья мои, покажу вам. По поводу возможности игры тоже. Сейчас, друзья мои, будут для вас отрывочек. Потому что многие ютуберы... Я потом расскажу. Хотя давайте я вам сейчас расскажу. Или потом показать как-нибудь. Я вот даже не знаю, как составить правильно свое видео. Давайте я вам покажу немножко разнообразие планет. Это чуть-чуть. Это так, просто я повыдергивал с контекста там, где я был. Ну, на планетах я немного был, но повыдергиваю с контекста. И вам покажу разнообразие тупо планет. Сразу говорю по поводу планет. Они гигантские. Вы сдохнете их исследовать. Более-менее, чтобы одну планету вам происследовать, у вас уйдет не час, не два, не пять. Я не знаю, сколько у вас реально времени уйдет. Часов, наверное, 100. Что я на одной планете лазил сколько, тут помню, часов 30-40. Потом я залетаю туда, и оказывается, что я не до конца все долазил. Что здесь можно лазить до усилий. Просто тупо до усилий, друзья мои. Итак, следующие отрывки видео будут показывать то, что многие ютуберы любят говорить. Здесь одинаковые миры. Да, друзья, они здесь одинаковые. Все планеты круглые, у них есть атмосфера. У некоторых даже есть луны, и у некоторых есть кольца. Они различаются, как кто-то написал, цветом только различаются. В этих отрывочках я вам покажу, как они различаются цветом. Это маленькая часть, друзья мои. Некоторые планеты по 2-3 биома содержат. Это маленькая часть, это ничто по сравнению с тем, что можно вообще найти в игре. Здесь в игре можно найти даже, по ходу дела, черно-белую планету. То есть разнообразие здесь миров просто колоссальное для исследователя. Вы можете полететь поисследовать. По поводу фауны. Есть ли здесь какая-то опасность на планетах? Помимо природных условий, вас еще могут сожрать здесь животные некоторые. Это очень быстро, я вам скажу. Да, друзья мои, опасность здесь есть. Это игра для исследований. Так что, если вы не любите исследовать новые миры, открывать, записывать исследования. Да, здесь, конечно, нужно подключение к интернету. Без него здесь никуда. Минимальное подключение к интернету здесь необходимо. Иначе смысла от ваших исследований никто их никогда и не увидит. В принципе, смотрите сами. Но скачивать альтернативную версию, в нее пробовать играть. Я пробовал, друзья мои, играть альтернативную версию. И чем, знаете, вот у меня изначально игра зацепила. Ну, она меня зацепила кое-чем поинтереснее. Давай-ка я вот так вот сделаю, без фильтра. Ну, точнее, ладно. Чем она меня зацепила? Я когда скачал пиратку, я в эту игру не на стандартном уровне сложности начал играть, а немножко на выживание. Потому что на стандартном уровне сложности мне вообще бесполезно, скорее всего, играть. Я вам сразу скажу. Я на выживании, ну, там баг был какой-то. Ну, как сказать, баг. Я начинал в эту игру более 50 раз новую игру. Более 50 раз. Каждый раз, когда я начинал, была совершенно другая планета. Другие животные. Да, по ресурсам планеты мало чем отличаются, разве что по редким. Но проблема в том, что от начальной локации, когда вам нужен натрий, чтобы пополнить щит, или пещера, чтобы спрятаться от погодных условий, у меня на многих планетах этого не было. Ни рядом натрия, ни кислорода. Я не мог просто тупо выжить. И я начинал новую игру в надежде, то, что я сейчас на этой же планете окажусь, хоть знаю, куда бежать. Ну, к примеру, я просканировал, я знаю, куда бежать. То есть я смогу добежать. Но, когда я начинал новую игру, я удивлялся каждый раз новая планета. 50 раз новая планета. Я тоже читал комментарии ютуберов, или я не знаю кого. Комментарии разных людей, то, что планеты здесь одинаковые. Да нифига подобного. Каждый раз, начиная новую игру, начинаете на разной планете, в разной части космоса. Все абсолютно разное. Я не знаю, у кого, конечно, до сих пор в голове там все одинаковое. Но здесь, да, есть сюжетная линия. Ее можно поначалу проходить. В чем вот прикол, как бы, этой сюжетной линии, ну, я лично не знаю. Насколько она приписана к игре, к игровому миру, да, она немножко приписана. Но я говорю, основная здесь фишка игры в том, что вы можете исследовать
откровенно говоря, бесконечный мир. Вы можете здесь исследовать. О чем, друзья мои, мы мечтали еще, вот я, к примеру, 20 лет назад, когда игры начали выходить. Более-менее уже, которых начинался потенциал. Или когда вышла Elite Dangerous. О чем мы мечтали? О бесконечных мирах. О том, что мы можем сами слетать, совершить открытие. Поисследовать. Elite Dangerous был убран режим одиночной игры. Она теперь, насколько я понял, стала мультиплеерной. Какое там к чертовой бабушке будет у вас исследование? Скорее всего, уже все происследовано. Потому что там исследований быть не может, потому что галактика заранее спроектирована. Она не рандомная. Насколько я понял. То есть там она якобы равняется нашей. Вот знаете, я вот сижу, вот сейчас у себя дома, посмотрел в телескоп, почесал себе левое яйко, правое яйко и сказал, вот у нас там в соседней системе такие-то планеты, где-то возможна жизнь. Это из того же разряда. Я не знаю, каким боком ученые сидят там, могут проектировать, бляха-муха, галактику. Теоретики чертовы, да невозможно спроектировать галактику, пока свою жопу не поднимешь, на эту планету не отправишься. Там непонятно, что может быть на самом деле. Вот мы предполагаем. И мне так объясни, будто люди верят, как будто летаете в вот таком же пародии нашей галактики. Ну что, совсем что ли? Ну, я не знаю, конечно. У меня, да, фантазии раньше на эту игру были большие. Я помню, когда я в нее еще играл. Это была просто потрясающая игра. Но там я мог свои открытия делать. Сам исследовать. Здесь вы сами исследовать ничего не будете. Все. Я ее, конечно, купил, я вот просто не знаю, сейчас сижу и думаю. Игра на Москве стоит 2000 рублей. Ой, дорого. Игра Elite Dangerous стоит 2000 рублей. Если сравнивать потенциал, друзья мои, который будет показан в этом видео, No Man's Sky и то, что есть в Elite, вот даже вот банально, вот две игры, которые сейчас соперничают между друг другом, вы извините меня, Элитой можно спокойно подтереться. По поводу того, как мне писали люди... Там зато прикольно делают скриншоты, я потом буду выкладывать на их сайте. А вы хоть понимаете то, что там вот эти вот картинки космоса и планет, это сами по себе скриншоты. И выкладывая на своем сайте, к вам могут предъявить авторское право. И вас так могут хорошо, извиняюсь за выражение, вставить кое-что в одно место, блин, что вы забудете, как вас зовут. Я на Ютубе уже с этим сталкивался. Я на Ютубе 4 года, я изучаю это все. И насчет... авторских прав даже на эти скриншоты. Ой-ой-ой, как вам могут по жопе настучать. Вы можете для себя библиотеки хранить, но вы не имеете права их нигде распространять. Потому что вы то же самое, что будет, когда вы придете в музей, сфотографируете фотографию Моны Лизы и выставите ее типа картина. Вам что за это? Ну, люди-то поймут, что это фотография, а не картина. Но если вы будете доказывать, что это фотография, вас, наверное, в психушку отправят. Здесь то же самое. Вы фотографируете фотографии, по сути. И вы этим счастливы. Ладно. Что ж, друзья, следующим кусочком видео будут планеты. Тут планеты будут, часть живности, часть водных планет. Да, кстати, по поводу субнатики. Сразу вам скажу, почему я от нее отказался. Потому что в этой игре тоже есть водные планеты. Есть возможность поизучать миры водные, водную флору, водную фауну. И здесь очень много планет, и на каждой планете, по сути, это фауна разная, фауна и флоры разные. Они немного, да, похожи, но они отличаются. Рыбами, животными, они рандомные. Так что субнатика у меня все, полетела вообще в корзину просто прямой наводкой. Мне бессмысленно в нее играть. Здесь эта игра заменяет 30-кратно субнатику. Там не будет красивых пестрых рыбок. Вот обидно так как. Но поплавать я также могу и в скафандре, как, собственно, и там. Руки перед глазами не будут видны. Все. Ну и ноги еще. Так что, друзья мои, лучше это игра или субнатики, или хуже. По-моему, с моей точки зрения, намного лучше. Лучше она или хуже Elite. Я не знаю, я в Elite еще буду разбираться. Но мне очень не нравится то, что она сделалась полностью мультиплеерной. Пока преимущества я ее толком не вижу, я тоже по ней потом сделаю обязательно обзор. По субнатике обзора вы не увидите, я даже покупать не буду. По стране тоже вы у меня не увидите, я даже брать не буду, потому что смысла в этом нет. И еще многие игры.
Оставил я все игры, сейчас скажу, какие там делает, собственно, один разработчик, он старается. Сейчас вам скажу. Тут игр только две осталось. Это Пульсар и Родина. Все. Это разработчики делают соло. У них свои задумки. Их стоит, как говорится, поддержать. Polyx 4 Foundation, друзья мои, я не знаю, стоит ли пока в нее играть, потому что... В принципе, что есть в X4, я могу себе и здесь это обеспечить. Частично. Но остальные игры у меня уже все. У меня похожих игр, друзья мои, просто тупо нету. Которые можно было бы делать то, что можно делать... То, что нельзя делать в этой игре. Что ж, дальше, друзья мои, пойдут планеты, там частично животные, и я вам дальше пойду рассказывать.
Так. Как тут красиво-то заценить?
Петрович. Там-то я залетел с солнечной стороны, значит, здесь солнца вообще нету. Не нравится мне эта ящерица. Японская блоха, да ни хрена себе. Вы пошутили, что ли? Да ладно тебе, это что такое? Конечно, управление здесь по большей части заточено, друзья мои.
под джойстик. Но, в принципе, если сделать конфигурацию мышки... Ну, вот у меня какие конфигурации мышки, давайте покажу. Вот такие. Ну, более-менее еще можно. К сожалению, джойстик у меня давным-давно сломался. Вот, блин. Вот джойстиком, вот кто будет играть космические бои, я думаю, вам понравится. Тут такое довольно-таки часто. Вам надо спасать грузовые корабли. Без вариантов. К сожалению, от них не удрать. Так. Вон и станцию. Малую часть. Это просто... Видео даже ни о чем толком не показывает. Одинаковые планеты, да, друзья мои, как я говорил. Они все круглые с орбиты. У них всех есть... как называется? Защитные слоя, там озоновые, короче. У них есть у всех атмосфера разная. Нам всех них есть либо деревья, либо животные. Планеты все одинаковые, абсолютно одинаковые. Господи, какой-то бред сивой кобылы, когда я услышал. Что ж. Что еще в игре, друзья мои, есть такого, чего, как говорится, вы можете чем поразвлекаться? Ну, во-первых, это покупка кораблей. Про нее немножечко попозже. Кораблей здесь гигантское количество разнообразных. На вкус и цвет. Давайте сначала разберемся строительство баз. Строительство баз у меня будет немножечко подводное отдельным видео. Я вам покажу так немножечко, что вообще в принципе здесь есть. Сильно базы я здесь не отстраивал, слишком много ресурсов надо. У меня просто их столько нету, я пока их не собирал. Надо бы их, конечно, пособирать. Но в принципе, тут на планетах вы можете построить до 50 баз. Среди этих баз, пока мы в гиперпрыжке вам расскажу, вы можете строить как добывающие базы, друзья мои. И то добывающие базы там все разные. Можно добывать либо ресурсы на месторождениях, либо искать глубинные месторождения, либо искать газовые месторождения, либо выкачивать с атмосферы кислород и некоторые другие дополнительные ресурсы. То есть вариантов здесь тупо очень гигантское количество. Ну вот, к примеру, первая планета, где я начал строить базу. Вот такая вот простенькая, ничем не обязывающая. Да, тут еще есть машинки. И подводная лодка тут тоже есть, кстати говоря. Вот такая ничем не обязывающая база, к сожалению, закопалась. Ну, бывает. Я так ее поставил, я уж не помню. Да, вы можете ставить врата на своей базе, чтобы проникать в другие системы. То есть вы поставили где-то в отдалении космоса свою базу, вы поставили врата, и вы можете в любую часть космоса через эти врата отправиться. По поводу строительства баз, я вам покажу, друзья, просто. Какая здесь бешеная возможность строительства. У нас есть, к примеру, технологии. Есть переносные, которые вы можете с собой таскать, ставить. Это сохранение. Усилитель сигнала, который вам помогает находить разнообразные строения. То есть, к примеру. Давайте покажу. И найти строение поблизости. То есть вы прилетели на планету, поставили, лобысь. Опаньки. И сейчас мы что-нибудь найдем. Куда можно будет смотаться. То есть без усилителя сигнала, ну, в принципе, можно покорцевать. Но самое оптимальное. Что мы сейчас нашли? Заброшенное здание. По поводу заброшенных зданий, друзья мои. В этих зданиях, в каждом здании, есть своя история. По ходу прохождения миссии Атлас, вы узнаете, что вы прибыли из мира живого стекла. Но! Когда вы будете проходить эти заброшенные здания, некоторые другие еще... факторы на планетах, вы поймете, что вы сами по себе являетесь аномалией еще до прохождения Атласа. Весь прикол в том, что здесь они заброшены, потому что некоторые люди проводили эксперименты со стражами и с миром забытого тоже этого стекла, и они поняли, что это за стекло. Но это уже, как говорится, кто любит поисследовать, тот прочитает эти истории. Если вам лень пользоваться, каждый раз ставить усилитель сигнала, вы можете взять навигационные данные, обменять их, скажем, на
планетарную карту, где вы можете, как видите, древние артефакты находить. По всей системе, кстати говоря. Навигационно разные данные, сигналы бедствия, обитаемые планеты. Так, что там? Отмечен какой-то обитаемый... обитаемый аванпост. Ну, это склады можно найти. Всякую разную ерунду. Вот 4 вида планетарных карт, которые вы меняете на станции на данные. То есть, мне нужны, к примеру... Давай древний артефакт. Опа! На этой планете он или нет, он мне все равно ее найдет. Но мы нашли инопланетный артефакт. И где он? На этой планете или нет? Хоть, скорее всего, нет. Да, вне планеты он нашел. То есть есть планетарные карты, благодаря которым вы можете искать на планетах строение. Меняются они на навигационные данные, никаких проблем. Да, первое время может получиться впечатление, что вот дроны, они здесь все заняли, шуры-муры, ля-ля, тополя. Честно говоря, ну, они везде, так что я к ним как-то привык. Пофиг. Вы можете сканировать каждое дерево. Вы можете сканировать каждую, считайте, веточку. Любое живое создание. По поводу сканирования, это у меня будет потом отдельное видео, я сделаю, придумаю, как его сделать. По поводу... Сейчас. По поводу разности. Давайте посмотрим. Все-таки у нас переносных есть целая тонна строения. Гуд. Модуль телепортации. Капсула утилизации. Терминал галактической торговли. Медицинская станция. Средний очиститель. Большой. Модификатор внешности, реактор антиматерии. Локальный телепорт, который сейчас с базы будет большая, или базы будут находиться. Ну, как сказать, это скорее всего нужно для базы глубоководной. Если у вас будут часть наверху и часть снизу, чтобы по этим лестницам дурацким не перебираться, потому что это какой-то кошмар здесь, а эти лестницы меня просто убивают. Так что лучше телепорт используйте. Так. Кормушки. Да, здесь еще можно разводить животных. Приручать животных. Из них всякое там молоко и продукты брать. Скотоводческая система. Автономный сборщик ресурсов. Атмосферный комбайн. Вот автономный сборщик ресурсов. Ставите его на месторождение. И он добывает ресурсы. Атмосферный комбайн. Сборщик кислорода. Модуль посланий. Можно послать кого-нибудь? Что? Ну, посадочная панель, это вот там, которая у меня стоит, полузакопанная, друзья мои. Что ж, поехали далее. Можете разные декоры применять. Какие вам практически угодно. Это для корабля космического. Про него тоже отдельно расскажу. Вы можете делать гидропонные фермы. Как и на Земле, так и в космосе. Выращивать различные растения. И на них тоже зарабатывать можете. Кормушки ставить автоматически. Но это к животным. Скотоводческая система, насколько я понял, на молоко позволяет накачивать. Так, у нас контейнер для флоры. Это одно. Декоративные предметы. Да, ну много декораций очень. Поехали далее. Так. Строительные терминалы, это внутри базовые, короче. Строение. Терминал вездехода. Оружейный терминал. Ну, а эти терминалы, это вы на корабле, ну, можете установить, людей нанимать, которые вам будут помогать в ваших, как говорится, странствиях новыми технологиями. Технологии здесь можно выучить по некоторым заброшенным заводам. Там вы можете получить практически все технологии, которые нужны. Вот есть большие гидропонные блоки. Гидропонные блоки, вот сами смотрите. В общем-то, так, это стоп, это я уже делал. Поехали немножечко тогда подалее. Извлекатель минералов, газов, склад, тающий трубопровод. Да, база у меня здесь такая, мизерная. Мизер, купер, солнечные панели, питающий батарейку, так, контейнер, фиг знает для чего. Вот там еще, правда, дверь сзади, ну ладно. И, собственно, ничего такого особенного. Я не отстраивался, друзья, на это требуется ресурсы, время, ну, здесь совсем не уследишь. По поводу добычи ресурсов, давайте покажу.
где она у меня тут? На вот. Я только одну ферму устанавливал себе на золото. Довольно, конечно, необычно. Но у меня тут стоят автоматизированные сборщики, правда, им всегда энергии не хватает. Мне просто лень с этим заморачиваться, если честно. По поводу... Ну, тут, кстати говоря, довольно-таки интересно то, что здесь еще есть, друзья мои, разные химические соединения. То есть, к примеру, в большом очистителе, если вы положите золото и серебро, вы получите на выходе платину. 2-1. Считайте, платину вы получите. Итак, вот моя, так сказать, денежная фабрика. Да, довольно-таки, конечно, ее геморройно делать. Ну, как геморройная. Геморройной ничего нет. Ее поставил, 3-4 часа помудохал, попарился, и все. Дальше она уже на автоматическом состоянии будет тебе добывать. Как искать? Ну, здесь, друзья мои, включаете вот так вот визор, цифру 3. И у вас ищет она все, что надо. Ну, правда, вот это вот меня немного раздражает. Да, бьют, конечно, они хорошо. Давай подальше отойдем. По поводу строительства базы я также до сих пор еще толком не показал. То есть у вас есть очень много элементов декора. Просто колоссальное количество. То есть базу вы можете обстроить себе как хотите. Это я вам показываю. Просто банально, друзья мои. Некоторые декоративные, другие же могут какой-то еще смысл приносить. То есть дофига. Флаг можно поставить. Да, конечно, вот это вот минус, что летают якобы космические корабли. Минус также в том, что почти в каждой станции, друзья мои, здесь есть, как говорится, живые существа другие. Так, а вот по поводу баз пошли. Вы можете сразу сделать кубическую комнату. Окно можете сделать. Это все, друзья мои, база наземная пока что. Под водой их можно делать, конечно, но они затоплены будут. Наверное. Лестница, рампа. Вот, пожалуйста, смотрите, что здесь можно вытворять. Кубическая стеклянная комната. Вот это интересно, кстати. Так, ладно, это мы уже пролистали. И у нас вот цилиндрическая комната идет. И пошло, поехал. Биокупол, там можно, да, выращивать растения. Смотровая сфера. Я просто вам показываю, друзья, смотрите. Что тут можно повытворять? Строительство. Любите строить базы на других планетах? Хотите их занимать? Ради бога, пожалуйста, вот. Занимайтесь этим сколько хотите. Не одно, оно недорого стоит. Феррит вы везде найдете в больших количествах. Правда, с серебром, конечно, потуга же будет. Его проще покупать, чем добывать в космосе. Ну, а тут у нас идет уже подводное строение. Вот, глубоководные помещения, это подводная база, друзья мои, можно так вот разделывать. Ну, пол шахта это чтобы ниже, короче, ну, базу и север будете делать. Как правило, базы строят, но я вам покажу, друзья мои, в следующем видео. После этого частью я вам покажу там, как люди делали эти базы. Я просто не делал их уж, извините, но тут за всем просто тупо не угнаться. Помещение, вот морское убежище можно поставить под водой, чтобы можно было отдышаться там или от монстра спрятаться. Такие иногда зверюшки бывают подводные, которые тебя сожрут. Вот коридор стеклянный. Да, все стеклянное, вы можете бегать под водой и любоваться просто тупо подводными, не знаю, красотами, рыбами. То есть субнатику мне уже вот это вот заменило. Мало того, что здесь еще планет целая тонна, и можно, ну, тут просто глаза разбегаются, где что построить. Ну, это у нас уже космический, друзья мои, корабль. Что мы можем здесь делать, так сказать?
По поводу космического корабля я расскажу немножечко отдельно. Да, можно, кстати говоря, делать вот такие вот штучки. Дорогу можно сделать. Да, друзья мои, здесь очень много всего можно реально сделать. Вы сами это видите. То есть сами представьте себе, сколько здесь можно пофантазировать, какие базы себе сделать. Здесь, то есть, по сути, это я еще не закончил, нет. То есть вы с дерева можете его построить. Ну, оно будет вид дерева иметь. Тут вас атаковать-то на базе никто не будет. Оно иметь вид будет дерево, но по прочности пока не знаю. В игре, кстати, скрыты турели. Возможно, как-нибудь разработчики доведут это до конца. Пока непонятно. Ну, к примеру, вот тут бетонные, да? Угу, бетонные есть. И здания... ну, как сказать, они относительно похожи, но некоторые там добавлены, некоторые, короче, больше. Чтобы пояснее показать вам, что здесь конкретно из себя что представляет, для этого мне надо будет отправиться на космическую станцию. Ладно, друзья, следующим отрывочком для вас пойдет видео, там подводную базу немножко покажу. Ну, друзья, ну я не занимался этим, потому что у меня на все время не хватит. Реально не хватит. Что ж, следующим отрывком пойдет подводная база. Это я уже через аномалию, это по мультиплееру я полетел там на случайную планету. То есть. И там человечек построил быстренько базу, чтобы, ну, другим можно было хотя бы адекватно там приземлиться. Потому что там планета водная, и так просто там. Что вам игра предлагает? Строительство подводных баз. Да, друзья. Эта база не мной построена, эта база построена игроками. Сейчас проходит ивент, да. В этой игре, друзья, мы еще есть ивенты. На выходных, в частности, они проходят. Где вы можете в них поучаствовать и заработать так называемую себе... ртуть. Про ивенты я вам тоже покажу, это будет отдельная часть видео. Ну вот такая вот подводная легенькая база, построенная игроком для удобства других, чтобы они на чужой планете чувствовали себя, считай, как дома. Как видишь, стоит самое необходимое. Это очиститель. Можно посидеть даже. Да. Правда, вот в этих всех миссиях, я не знаю, повторюсь или нет, нельзя выходить с игры. Так это на что? Это он... А, внешность. Можно сменить внешность. Да ладно. Пофинту. Чувак, не мешайся. Понял, что это твоя база. Думаешь? Да, здесь, конечно, поплавать придется много. Лазурные бури. Описание планет тут, кстати говоря, пристрелите меня, семеро. А походу придется вручную плыть. Ивент этот дается в Нексусе, в аномалии. Они каждый раз разные. Но по выходным довольно-таки забавные ивенты. Я не знаю, что сейчас с этим будет. Просто решил посмотреть, как раз водную базу вам показать. Вот такой вот игроки делают, такие, точнее, такие вот базы делают игроки. Очень удобно. Молодцы, спасибо им большое. Планету можно посканить. Ну-ка. Кто-то решил еще одну базу построить. А, Наутилон даже есть. Им воспользоваться можно? Атмосферный комбайн. Газ делают. Ага. Кислород нужен. Забавно. Какой-то я могу вызвать? Ха-ха-ха, могу, кажется. Так, стоп. Этой хрени тоже можно под водой управлять, серьезно? Ладно.
любопытно, но довольно странно. Что ж, друзья, вы увидели строительство наземных баз, строительство возможностей подземных баз. Какое же здесь еще есть строительство? В принципе, в космосе пока строить базы нельзя. Нельзя также станции, тут ремонтировать шурмуру, ля-ля тополя. Я не знаю, может какой-нибудь ютубер это и показывал, что-то я сомневаюсь в этом. А давай-ка для начала разберемся кое в чем другом. Что можно здесь вытворить со своим космическим кораблем? А, блин, сейчас врежешься. Ну, во-первых, космический корабль, друзья мои. Как вы видите, маленькие корабли, да? Совсем крохотные. Совсем крохи. Очень крохотные. А теперь, если реально разобраться в размерах, видимость, друзья мои, обманчива, да? То при том-то очень обманчиво. Тут что-нибудь полутать-то можно? Блин, торговый корабль и нечего у них спереть. А некоторые из ваших судов этих могут немножечко ломаться. Вам потом придется бегать вот внутри них и, по сути, их ремонтировать. Это, друзья мои, ваш флот, который вы нанимаете. Ну, стоит он относительно недорого и относительно дешево. Вот его истинные размеры. Нет, прыгать за борт я не буду. Не мечтайте. Ну и как вам? Маленькие корабли, да? Очень маленькие. Я про эту вот бандурину реально промолчу. Которую кое-как еле выцепил. Есть еще одна. С каким-то гребнем. Не знаю, мне этого пока хватает. А здесь, к сожалению, насколько я помню, вы отстраиваться не можете. Я хотя дай посмотрю, так, кстати. Здесь вы отстраиваться не можете. И, зараза. Ну ладно, не можем, так не можем. Друзья, на любой корабль можно своего флота приземлиться и так вот внутри пошататься. Ну, пошушукать, пошатать. Ладно, полетели, короче, на главный корабль, чтобы вы понимали. На любой. Ладно, сейчас у нас есть вот такая вот... Вот теперь просто банально. Отношение этого корабля к этому, какая посадка реально. Но этот корабль, он настолько гигантский, что вы даже представить не можете. Сейчас я вам кое-что покажу, потому что мне не затянуло. Видите внизу? Это рубка управления. Это вот трубочка управления. Сейчас я вам покажу кое-что поподробнее. Залетим. Чтобы вы понимали, что тут какие размеры. Вот видите, вверху рубка управления. Запомните эту рубку. Вот ее размеры. Да, можете здесь поискать вы, конечно, уникальные корабли. Тут, кстати, с пилотами можно поторговать прям, сидя крится на жопе ровно. Очень удобно. Так, предметы какие у тех есть? Вот, 3 тех, к примеру, можно покупать, но тут, правда, ее мало. Шесть кораблей можно хранить у себя в ангаре. Из универсальных кораблей я нашел только, к сожалению, один. Правда, этот гребень дурацкий, с видом от третьего лица летать, это просто жесть какая-то. Ничего толком не видно. Это не универсальный корабль, это такие обычные корабли. Универсальный только вот я один нашел, все. Их довольно-таки тяжело искать, они дорого стоят. Если не считать того, что у меня стоит, довольно-таки хватает. Что мы здесь можем, как говорится, вытворять? Это я вам, друзья, показываю. Это строительство базы, также и задания, которые есть. Помните рубку, которую я вам показывал? Вот она. Вот она, друзья мои.
какая на самом деле. Я здесь поставил дополнительное освещение, потому что здесь было темно, как в одном месте. Тут лампочек просто, как видишь, понатыкал туда-сюда, но хотя бы хоть какое-то, не знаю, освещение. Потому что, ну, блин, страшно становится по такой рубке бродить. Тут, конечно, я понимаю искусственные сущности, но все-таки немного как-то очко жим-жим. Ну, а тут капитанский мостик, можно с него даже посмотреть. К сожалению, посидеть нельзя, потому что этот зараза не хочет никак вставать. Хотя, может, он... А, нет. Объяснит мне кто-нибудь, на какой черт вот это вот надо? Можно его на стуле так прокатить? Он бесит. Ладно. Это вопрос уже другой. Да, вы можете отсюда, к примеру, стоять, смотреть, если на вас пираты будут нападать, как турельки будут отстреливаться. Да, тут есть турельки, и они будут отстреливаться. От хреново как-то они отстреливаются, ну да ладно, все-таки могут победить. Что еще здесь есть такого универсального? Ну, помимо того, что внутри этого корабля вы можете отстраиваться. Да, друзья мои. Это все отстроено. Это вот команда, которая есть. Вам задание дает. Вот здесь я еще ничего не придумал, что сделать. Пошли далее. Что у нас здесь есть? Ну, здесь вот я в платину, в основном золото и серебро в платину перевожу. Серебро покупаю, золото на халяву беру. Самое интересное, сколько здесь можно строить? Пошли посмотрим. Это, друзья мои, один большой квадрат, это чтобы вы понимали. Так, где это у меня хренотенция? Так, стоп. Не то, не то. Ага. Это чтобы вы понимали. Это типа, ну не центр, можно сказать так, конец. Вот это вот там предел. Здесь можно также туда вот все отстроить. Я говорю, у меня нет просто ресурсов столько, чтобы это все делать. Здесь еще можно, сейчас скажу сколько конкретно. Так, раз, два, три. Три. Еще можно 7 таких же секций туда отвезти, сделать вот такой вот гигантский большой квадрат себе, друзья мои. То есть представляете, что здесь можно построить? Можно гидропонные фермы построить. Ну, тут до хрена что можно построить. Это уже на вашу фантазию реально, что вы здесь можете сделать. Представьте себе вот такой вот прямоугольник, просто вот в этой части корабля вот так и себе обрезать. 10 клеток туда, 10 клеток считай туда, еще 10 клеток туда. Да вы сдохнете это все как-то обустраивать. Я просто я не представляю, как это можно обустроить. Хотя потом, может быть, когда-нибудь накоплю ресурсов и обстрою. Есть терминал для заданий. То есть, вы можете на собственном корабле брать задания разнообразные. Давай покажу. Посмотреть миссии. О, круто. Уйти. Здесь тоже можно посмотреть миссии. Они все разные, сразу говорю. Так, где-то еще было кое-что интересное. Все, смотрим. А только, блин, я не помню где. Или хотя эту комнату, наверное, уже ударил. Ладно, это повесить можно диспетчеры задания, так что не проблема. Можете поставить себе торговый терминал. Торговать прям с корабля. Прикольно, жестко. Ну, тут, конечно, комнатки. Можно как-нибудь, конечно, здесь еще цветочки какие-нибудь поставить. Чуть поинтереснее. Ну, ладно. Погнали далее. И, друзья мои, я изначально думал, что здесь можно только штамповать один этаж. То есть на этом этаже и все. Как бы, а далее все ограничено. Вот эти вот комнаты, это задание флота, к примеру, покажу вам. Ну, тут, может, что-нибудь доделалось? Нет, они еще летят. Жалко. Там заделалось, там... А, у меня почти все заделалось. У меня топливо-то хоть есть? Да, тут топливо делаете в своей команде. И вы можете здесь еще прокачивать, друзья мои, команду. Да, я бегаю туда-сюда, как дурак тут сейчас напишет. Вы можете прокачивать команду своего флота. Посмотреть доступных экспедиций, к примеру. И... Ага, вот к примеру. Разные звездочки по-разному. И вы можете сюда направить корабли свои, к примеру. Вот боевые корабли. Вот сразу он выделяется. А направленные ваши корабли довольно долго, да, будут тут, так сказать, штамповать эту миссию. Но. Наверное, отправим.
Вот так вот, к примеру. Так, что у меня еще тут есть? Так, 92, 100, это уже будут 5 звезд. Можно какого-нибудь легкого сюда отправить, корабль, к примеру, поддержки. Или отправить этого прокачать. Давай, пусть прокачается, видишь, рейтинг 5 звезд. 114, больше 100, это уже 5 звезд. Можно даже меньше кораблей отправлять. Но у меня всего 5 этих модулей. Ага, вот еще боевое патрулирование, к примеру. Так, а кого на боевку еще, к примеру, послать? Ну, кто мне тут по боевке так сильно не прокачан? Ну вот, к примеру, его можно заслать. Господи. Это вообще торговый. Так, кого еще сюда отправить? Они вам, когда потом прилетят, они вам либо деньги, либо ресурсы принесут. Каждый раз по-разному, друзья мои. Вот так давай тогда. Вот этот корабль поддержки отправим, пусть немного прокачается. Есть какой-нибудь не еще донный корабль? Что-то желательно, чтобы военной мощи было побольше, так что две звезды нет, не пойдет. Могут подбить корабли. Короче, давай на промышленную отправим. Подождем, пока те вернутся. Никуда они не денутся. Вот, к примеру, промышленная. Вот 35, вообще шикарные корабли. 12 не стоит прокачивать. 16, конечно, можно его прокачать. Но я его качаю во всем. Хотя можно отправить, в принципе. Будет полубоевой. Ну да, почему нет? Кстати говоря, мало довольно-таки промышленных. Ну, его отправим. Видишь, больше 110, уже 5 звезд. Отправляем. Все, они полетели. Вот сбалансированные самые, вот, по-моему, оптимальные. То есть в балансированных миссиях прокачивается абсолютно все. Вот я их обожаю, потому что тут кораблям, чтобы прокачивать, ну, интереснее здесь качать им довольно-таки разные скиллухи. Вот так, к примеру, можно их отправлять. Но тут у меня что? Еще одна сбалансированная миссия. Но это однозвездные, да? Можно и слабые корабли отправить. То есть смотрите на количество звезд. То есть на малое количество звезд можете слабые корабли поотправлять, которые относительно еще ни в чем толком не прокачаны. То есть, отправляя корабли на миссии, вы их прокачиваете, плюс ко всему. Ну вот, торгового можно отправить. Поддержка у меня вот неплохой, кстати говоря, кораблик 12. Нет, его на боевую попробую сейчас отправить тогда. Исследовательского давай отправим. Торговый, исследовательский, еще одного. Да, у меня исследовательской миссии нету. Нету. И еще какого-нибудь исследователя. А вот хороший исследователь у нас. Вот 3 звезды. Пусть летят. Но по поводу боевой миссии покорения. Давай попробуем тогда отправить боевые суда. Блин, не так-то и много их. 12, 5, 5, 7. Блин, подбить могут. Если будете отправлять меньшим количеством звезд, 20 очков это одна звезда, корабли могут подбить. Так, сколько там надо? Там у нас 2 звезды. И как минимум 3 получается надо. То есть тебя, к примеру, тебя. Тебя. Блин, я не дотянул до 3 звезд, да? Ха-ха-ха-ха. Жалко. По жопе им настучат. Нет. Тогда на сбалансированную проще миссию отправить. Запаришься их ремонтировать. К тому же говоря, тут они идут вне зависимости, друзья мои, от того, в игре или нет. Они идут по реальному времени. Весь прикол в том, что ускорять время не надо на компе. Так. Ладно, давай нас балансируем от этого, а этого направим. Кого еще тут можно зашпендурить? Так. Промышленник есть у нас, не хватает вот здесь вот очков. Очков не хватает, но ничего толкового нету. Значит, давай вот так и, к примеру, вот так. Все. Топлива не хватает. Прекрасно. Дожился. Так, погоди, а почему топлива не хватает? 22 по 200 тонн гонишь. Что-то не так посмотрел, да? Извиняюсь. Видео и так не будет коротким, нифига. Эту игру, чтобы обозревать, это я не знаю, что надо делать. Так, 7. 37.
Так, тебя тогда. Да нет. Этих и так много. Давай вот так вот. Вот такой вот кораблик отправляем. Ну, боевое патрулирование пока оставим на потом. И, друзья мои, как я говорил, я думал, это можно обстраивать только один этаж. Вот тут все миссии появляются. Потом они заканчиваются. Вы можете подходить, принимать доклад от командира. Но я обнаружил то, что здесь не один можно этаж построить. Это то, от чего мне стало страшно. Я вам покажу просто так примерно. Серебро у меня есть. Это каждый этаж можно обстраивать также. Я думаю, хватит. Я не знаю, чем вы это будете заполнять. Я сам не знаю даже, как примерно это можно заполнить. Вообще не представляю даже. Вот, у меня здесь просто грузовой отсек. Я такой себе сделал. Но я не представляю, как это все реально можно застроить. На Ютубе я не видел, чтобы такое показывалось. Что тут можно космический корабль себе улучшать, то делать, третье, десятое. Да, придется попотеть, чтобы себе найти нормальный грузовой корабль. Можно и на бесплатном такое построить. Но бесплатный первый, он убогий. С этим придется, да, повозиться. Вам придется часов 100 или 200 потратить, чтобы хотя бы денег на него насобирать. Но вы если насобираете и найдете этот корабль. Кстати говоря, когда увидите такой корабль, сразу пишите систему, он там только и появляется. Вы сможете себе вот такое вот чудо, друзья мои, отгрохать. Ну ладно, по поводу задания я вам здесь немножко показал. Да, я удалил походу еще два этих модуля. Ладно, пошли по поводу заданий. Давай долетим до станции. Во-первых, покажу, что на станции. Да, друзья мои, станции здесь есть практически в каждой системе. И многим это не очень-то и нравится. Но эти станции, честно говоря, помогают. Также еще есть лайфхаки от разработчиков. Это разрушенные станции. Станции, которые были в первых версиях игры, друзья мои. Это тоже уникальный такой от разработчиков лайфхак. Да, игра в 2016 году вышла не очень. Не то, что она обещала. Но извини меня. Элит тоже вышла не той, которая должна была быть. А в итоге... Почему она набрала больше количества? Ну, это я вам расскажу по ходу видео. Давай сюда залетим. Я вам сейчас задание, друзья мои, показываю. Это малая толика того. Это я вам не показываю то, что здесь можно на планетах находить различные здания, читать различные истории, учить языки. Это я вам тоже немножечко попозже покажу. Так, куда нам? Сюда? Нет. Ну, это модули улучшения, здесь можно различные покупать, улучшать их за костюм, разбирать корабль, модернизировать корабль до класса. Тут уже намного все сложнее. Это вы уже в игре, походу, сможете определиться. На каждой станции есть по вратам. Так, картограф. Вот, у этого чувака вы меняете вот эти вот данные желтенькие на планетарной карте. Так. Представитель, с тобой я могу побазарить? Или у нас отношения плохие? Да, у нас отношения с ними как плохие. Ну, я перепутал пиратские корабли с ихими, там пришлось штук 20 уничтожить. И... немного хреново получится. Да, кстати, если около планеты встретите пиратские корабли, которые начинают вам давать по жопе, спускайтесь на планету в планетарном, как бы, режиме. Намного проще с ними воевать. В космосе тяжелее. Диспетчер, задача. Ну, надо посмотреть миссии. Ну и как вам? По-моему, нормально. Нападение на планетарный склад. Когда вы нападаете на планетарный склад, вы еще можете ресурсов поднять. Не кисло так. Вот сфотографируйте небольшое поселение. Квантовый ускоритель. Смотрите, сколько здесь есть. Убить трех стражей. Убить стражей. Она самые, пожалуй, мои любимые бы миссии были. Потому что стражи тут иногда так достают, что аж капец. Вот вам, друзья мои, пожалуйста. Охота на пиратов. И миссий много.
Их дофигища. Вы можете различные делать. Да, это фарм, это гринд. Тут реально вы, во-первых, можете исследовать, можете строить базу, можете выполнять задания. Вы можете покупать корабли, выискивать универсальные, уникальные корабли, которые больше ни у кого не будут. Хотя, может, у кого-то они будут. Здесь можно, по идее, моды поставить, чтобы корабли искусственно доставать. Хотя по Ютубу сейчас показывают очень много видео, которые помогают вам. Помогают вам, так говорится, читерно добывать себе ресурсы. Ну, сразу говорю, в этом смысла нету. Проще откройте редактор сохранений, скорее всего, это можно сделать. И просто через редактор сохранения накрафьте себе денег, да и все. А как, если вы исследователь, друзья мои, хотите поисследовать миры, новую форму жизни, я вам потом еще пишите в комментариях, могу показать и сказать, ну, где скачивать какие моды, которые вам, как исследователи новых миров, исследователи неизвестной флоры, фауны, помогут зарабатывать деньги. Это я вам тоже покажу. Так, ладно. Теперь идем дальше. Это мультиплеерный хаб. Кому непонятно. Во-первых, каждую субботу, пятницу, субботу, воскресенье проводятся дополнительные ивенты, которые вам помогают зарабатывать ртуть. О нет, этих тварей я не убью. Кстати говоря, кто смотрел, там я целую планету этих тварей нашел. Пошли они нафиг, я не хочу. Это очень больно. Хотя довольно-таки прибыльно. Вот вам задание Nexus, ртуть. Что вы можете брать на ртуть? Смотрите сами. Ну, это я уже, да, взял, кроме ботиночек. Друзья, если быстро листаю, на YouTube есть возможность медленного просмотра. Разработчики добавляют разные еще предметы. В чем прикол сканирования? К примеру, вот покажу вам. Вот я просканировал немного флоры, фауны. Вот подходим к этому вот дереву говорящему. Да. Все, даем данные. Он радуется, как дурак последний. Но дает вам наниты. Помимо того, что вы можете брать и загружать вот эти вот все данные, получая по 3 нанита за любое открытие на планете. По-моему, это нормально. Вот есть еще такой чудик, которому... Ну, этот вообще, мне сказал бы я пару слов про него. То ему одно нужно, то ему второе нужно. У него можно менять всякие материалы. Вортекс кубы, слитки там, к примеру, самородков. Каждый день у него какое-то новое. Вот у нас всеядное чудовище, которое можно попробовать накормить всякой хренотенью. Мешочек с потрохами. Я не подавился и не умер от удушения. Ну, вот ему можно скармливать всякую хренотень. Ну, еще и за это наниты дают, ты прикинь. Вот чешуйчатое мясо, к примеру, давай ему скормим. Ему это не понравилось, но он тебе дает наниты. То есть ты его кормишь, он тебе дает наниты. Ладно, соленые пальчики. Может, это тебе хоть понравится. И еще нанитов дал. Такой, знаете, мазохист еды. Ну, тут можно побазарить с этими двумя. Ага, нет, спасибо, я не пойду к вам. Вы страшный, как моя жизнь. Также, сообщество. Ну, хотя ладно, давай-ка я здесь покажу для начала. Это вот все постройки основные, друзья, которые можно здесь вот изучать. Это помимо того, что можно дополнительно еще изучать. Да, по поводу транспортных модулей. Геостанция скитальца. Кочевника. Колосс. Пилигрим. Наутилон это под водой плавать, остальное все здесь. Тигря колосса никогда не строил. Ну, ладно.
Это у нас вездеход машинка, здесь есть машинка ховер. Ну, короче, здесь даже наземная техника, чтобы поизучать планеты, друзья мои, довольно гигантское количество, реально гигантское. Ну, инициатор гонки еще есть, правда, я так и не понял, что это за хренотень. Но я думаю, вполне вам хватит, друзья мои, обзора, посмотреть, что примерно здесь есть. Поехали дальше. В чем еще прикол? Где эти ворота? И у нас есть вот такая вот рожа. Да, мы можем по некоторым игрокам баз попутешествовать. Есть космические аномалии, которых пока их мало. Это если игрок сети, в общем-то, вы можете на его там базу куда-то еще сбринкаться. Как видите, здесь есть специально выделенные некоторые вещи сообществом. Там неплохие бывают звездные станции. То есть поисследовать, друзья мои, тут даже можно по вратам тупо попрыгать и поисследовать некоторые интересные системы, которые игроки выкладывают в сообщество. Здесь зачастую приземляются корабли различного рода. Ну, вот такой вот у меня есть, я купил его. Наверное, купил. Не помню уже. По корабли здесь, да, есть универсальные. Они все похожи, по сути, на ту хренотень, которая у меня стоит, про которую я рассказывал. Там. Я хочу все найти, который с крылышками раскладывается, у которого просто верхнего гребня нет. Никак его не найти. Это немного обидно. И давайте, что ж. Так. Дай-ка я подумаю. Про это я вам рассказал. Я пытаюсь, друзья мои, как-то сделать хоть коротенькое видео. Хотя оно не получится коротеньким. Это нереально. Просто в этой игре это бесшовное количество возможностей. Реально бесшовное. Так, что я еще хотел вам показать? Ох, я, друзья мои, уже и не помню. А, кстати говоря, вот это вот показывается, где ваш флот находится. Ну, точнее, ваши корабли, боевой флот. А это, друзья мои, самое любимое. Чем оно мое самое любимое? Да, кстати, давайте-ка я вам покажу. Это, если искать плейлисты No Man's Sky. Помимо обзоров на YouTube, помимо обзоров в самом Стиме, я вам кое-что объясню. Берем просто, как я, как правило, как я игры изучаю, как я делаю. Вот так вот, плейлисты, хопа, и смотрим. Сколько серий, тут вообще по всем, во всем времени. Сколько серий, где у кого есть. И наблюдаем картину интересную. Вот и еще. А, ну это сборник видео. Ну и какие вы выводы можете вы себе взять? Выводы я вам скажу. Большинство ютуберов в игре, где бесконечная галактика. Галактика для исследований создана. Игра создана для исследования планет, животных, форм жизни, растений, ландшафты красивые, планеты большие. Большинство ютуберов что делают? Вот угадайте, вот напишите вот сейчас прям, что ютуберы делают. Большинство ютуберов. 95%. Я могу так ниже листать, это, собственно, не столь важно. Напишите, друзья мои, до следующего отрывка, что они делают. Почему игра никак не может выйти нормально, как говорится, в топы, в тренды? Ну, это, наверное, сейчас зайду в саму игру и вам расскажу. Также по поводу вот этих вот всяких плейлистов вам расскажу. А пока вы можете, друзья мои, написать в комментариях, что вы, вот, ваше вот предположение мне интересно, почему вот именно так. Потому что здесь несколько факторов в роли играет. Было бы интересно узнать, кто из моих подписчиков умеет думать, понимает, как на самом деле обстоят дела на YouTube, как на самом деле обстоят дела в Steam, во многих играх.
Ну что, друзья, жду ваши комментарии, ваши мысли. А пока уйду, так сказать, в отрыв на паузу. Что ж, друзья мои, видео получилось длинное. Я посмотрю по видео потом, сколько времени его будут смотреть, стоит ли вообще делать такие видео. Моя надежда на то, что оно хоть как-то кому-то поможет выбрать себе игру. К сожалению, я не популярный ютубер и не продажная шкура, в отличие от остальных. Если кто не понял, основной ответ на этот вопрос очень банальный, который я задавал в предыдущем видео. Многие ютуберы делают это все на отшибись. Чтобы было. Они просто хотят денег. Почему-то каждый думает, ну как вам объяснить? Какие игры сейчас вот в топе? Вы видите, вы как большинство, ну я не знаю кто именно. У меня подписчики мои, в основном я посмотрел по статистике, люди взрослые, люди моего поколения. Люди, которые скорее всего умеют думать, у которых уже прошли не один десяток игр. Да, мы будем накалываться на старых играх, покупать то, что мы не хотели, то, что мы не представляли. Нас будут обманывать, но не в этом дело. Дело в том, что вот данная игра, она шедевр реально. Шедевр, которого больше не будет. Разработчики ее поддерживают в течение 4 лет. Они ее видоизменили. Они не отвернулись. И они сделали реально шедевр. Шедевр с бесконечной галактикой. С возможностью исследований. Больше таких игр вы нигде не найдете. Никогда. Я надеюсь, эта игра не загнется. Но в российском контенте она почему-то не пользуется успехом. Хотя эта игра, друзья мои, это мечта, о которой еще где-то в годах 2000-2003 многие из нас мечтали. Вот только в это время она сбылась. Никакая элита ее не заменит. Потому что в элите там нет стольких возможностей. Вы там вообще не можете ничего толком строить. Вы сами там ничего не... А, тут про элиту я потом буду рассказывать. Это про нее отдельно обзор сделаю. Ну ладно. Там... Надо еще вот подумать, как обзор делать. Но больше таких игр, друзья мои, не будет. Мало кто хочет летать, исследовать. Большинство ютуберов идут чисто по сюжетной линии. Вот игра скучная, однообразная. Но основной прикол игры в том, что вы можете исследовать новые миры. Вы будете натыкаться на агрессивных животных. Есть опасная флора, есть опасная фауна. Да, конечно, будут некоторые там основные вещи будут похожими. Будут похожие ресурсы, которые вы там можете добывать. На некоторых планетах будут уникальные ресурсы, уникальные артефакты, с которыми вы можете заработать денег. Я, честно говоря, в шоке от этого. Ну тут называется как? Если у тебя хорошая пиар-компания, как во многих играх сейчас, что играет роль правильно? Пиар-компания. Заплати, чтобы твоя игра продавалась. И все... как лохи поверят. Я не из этого поколения, чтобы верить как лох каждому, как говорится, встречному. Я, да, делаю ошибки. Да любой из нас, друзья, мы делает ошибки. Мы люди, мы должны делать ошибки. Мы на ошибках учимся. Но эта игра, она реально заменила большинство игр, которые у меня были в списке желаемого. От них толку никакого мне уже нет. То есть, по сути, у меня сейчас есть игры. Ну, вот эта игра, конечно, я еще буду ждать, пока она обновится. Я не знаю, делать ли некоторые полезные модификации, обзоры по ним, и объяснять, что они себя представляют. Ну, давай-ка я кое-что покажу. Почему в этой игре, как я модификации настроил для исследования, то будете сейчас орать то, что у меня здесь денег много, начитерил. Нет, я не начитерил. Во-первых, я исследую планеты полностью. Так, ну на какую планету, к примеру, можно рвануть? Давай посмотрим, что тут еще рядышком есть. Интересное. Посещено. Странно. Посетил, а не отметил. Давай-ка заглянем сюда. Не помню, чтобы я в этой системе был. Хотя, может, случайно прыгнул.
Давай залетим мне. Я вам просто покажу, друзья мои, как я тут зарабатываю бабки. Чтобы вы понимали. То есть я каждую систему, на каждой системе изучаю планеты. Я не знаю, у кого здесь встречались похожие планеты. Нет, похожие планеты здесь есть. Но почему они похожие, вы сможете, друзья мои, это узнать. Так, я посмотрю, это мое открытие или нет вообще. Да, это мое открытие. А, здесь я вообще ничего не исследовал. Забавно. Ладно, давай-ка на эту планетку горцанем. Что-то как-то забавно стало. А что это я так с нее ливнул? Да, друзья мои. Есть, конечно, здесь еще мне большинство модов помогают. Если вам интересно будет это видео, пишите комментарии. Это специально делаю я в конце. Я вам сделаю моды, сборку, на ваш выбор, на ваш вкус и цвет, которые вам смогут помочь в этой игре стать настоящим исследователем, либо абсолютным вояковым. Я, к примеру, мне интересно исследовать миры. Воевать здесь, как видите, я могу и так, потому что я уже так натренировался с этими пиратами, что у меня уже крыша едет. Но тут построить управление, да и проблем никаких. Давай-ка нырнем. А рыбки, вы где? Так, температурная защита пошла на минус. Понятно, надо заряжать. Ладно, рыбу пока еще не вижу. Так, почему я для себя делал моды для исследования? В первую очередь, мы можем здесь сканировать все, что угодно. Да. Опа, 200 тысяч. Как вам? Не. Сейчас еще сдохну здесь для полного счастья. 200 тысяч, друзья мои, на ровном месте. К сожалению, приходится ждать, пока планета прогрузится. Мне это еще и видео добавок будут обрабатываться одновременно. Что-то я пока, правда, рыбы не вижу. Это что еще за хренотень такая? Так, посмотрим. Возможно, я на этой планете был, какое-то задание выполнял. Ого, кактус подводный, ни хрена себе. Меня не сожрет хоть? Да вроде нет. Да, что-то здесь как-то рыбы нету. Это целиком, друзья мои, водная планета. Ладно, можно сейчас на другую следовать. Но я уже показал. На фауне вы будете зарабатывать здесь примерно так 200 тысяч в легкую. Ну, тут животные-то есть хотя бы, кстати. Должны быть. Вероятно, не здесь. А почему? Забавно. Не в каждом месте на планете респятся животные, сразу говорю. Это все дурацкий рандом. Надо летать по планете, облетать. Здесь может быть водная планета и не, ну, вообще никаких рыб не быть. То есть надо... А, ну понятно, здесь рыб нету. Видимо. Вот животные, к примеру. Берем, сканируем животинку. Опа. Это какая мерзкая прелесть, а? И меня сожрать сразу пытается. Да ядрить налево, сколько у вас тут вообще? Вас немного-то на меня одного. Мелкие гады. О, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот, практически, друзья мои, некоторые животные, там можно с них лям 200 получать. Я сканирую каждую планету. Стараюсь, конечно, как можно больше животных просканировать, но как получается. Вот, правда, на некоторых планетах приходится вот так вот сканировать, но все-таки. А, проснулось чудо. Он, о, и они еще здесь и злые. Ну, прекрасно вообще. Также вы можете потом брать, к примеру, оп, 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 оп. Ну, троечку, короче, загрузили и получили за это 15 нанитов. Плохо? По-моему, нет. Вы еще наниты за это получаете, вдобавок ко всему. Переименовывайте систему. К примеру, давай я ее переименую в Лукс Тарион 9.
Вот так вот, банально. Вот, Луксатарион 9. Опа. Я еще получил нанитов. Десятку, да. На некоторых получаете двадцатку, на других тридцатку, где-то еще получаете что-то. Но, как видите, здесь есть возможность зарабатывать. То есть, я для себя сделал моды, друзья мои, которые позволяют мне именно заниматься тем, что я в этой игре хочу. Исследовать. Я уж промолчу про важные этапы, которые вот вообще никто из ютуберов, походу, не показывал. Я так и не нашел ничего. Я эту игру почему не хотел покупать? Потому что не было... Реально не было просто нормальных объяснений. Я вот пытаюсь вам сделать. Например, важные этапы вы здесь можете делать. Например, вот геки. Задания можно у них выполнять. Слова учить, бегая по камням знаний. Можно на станциях эти слова изучать. К тому же вы получаете еще и подарки. Много подарков получаете. Благодаря этому только можно... Я не помню, у меня есть сейчас подарочные модули от них. Дай посмотрю. А, вот. Вот, к примеру. Это я все получил, вот эти вот модули. Я их продаю потом. Также бывают золотые попадаются, эсовские сишки. Это я все продаю просто. Я от них подарок получаю, потому что я учу у них новые слова. Я у них пытаюсь лингвистикой побазарить и... Я провожу приятное время, еще у меня бывает, я за час игры там по 10 тысяч нанитов бывает получаю, потому что мне модулями обдаривают реально. За знание языка ихнего они мне очень... Ну, начинается. Козлина так не успокоится, да? Ладно, объясню так. Везде достают. Помимо флоры еще, которая тебе пытается, точнее фауна, которая тебе пытается сгрызть. Вот еще эти чертики будут доставать. Так, что я хотел? Каталог. Во-первых, никто вам не объяснял, то, что вот сырье все, которое здесь есть, вы должны еще и находить. Много из ютуберов это сырье понаходили, выполняя миссии. Очень сомневаюсь, что много. Скорее всего, мизерное количество, потому что вон сколько тут, смотри, всего еще есть. Скрыто. Давай так вот я покажу просто банально, чтобы вы понимали. Я многие еще материалы даже не нашел, как вы можете обратить внимание. К примеру, производственные товары. У нас, кстати говоря, вроде все открыты. Нет, память не открыта, толпаная. А, ладно. Снаряжение. Не все изучено. Строительные технологии. Не все изучены. Детализация строительства. Что-то опять же не изучено, да господи, помимо, что мне еще изучить-то надо. Мне надо мной издеваются по ходу дела. Ох, ну ни хрена себе тут еще. Ой. Жесть-то какая, слушай. Блин, абзац. Да, сказал я. Много еще мне, друзья мои, здесь предстоит узнать. Ну вот в чем прикол игры, например, товары. Я вам сейчас объясню, почему это показываю. Диковинки. Ну, всегда проблема вот с этой вот хренью гиперскоплением трития. Мне на него жутко не везет. Это вот миссия Атласа. Я что-то не совсем понимаю, на кой черт это надо. Может, шагающего стража, это ладно еще. До приключения. Кулинарные продукты. Погнали. Это вы животных убиваете и с них от этого получаете. Ну, некоторые животные здесь меня раньше убьют, чем я их. Так что вы можете посмотреть, друзья мои, в начале видео. Есть там парочки таких животинок. Здесь, кстати говоря, даже Дудорекса видел. Похожего. Кусается также больно. С одного удара я тут практически пол хп лишился. А сколько здесь кулинарных продуктов? Тут жабу кормить. Прикольно, прикольно. Знаки портала.
Знаки портала — это порталы а-ля Звездные Врата, которые помогают вам перемещаться по галактике. Этапы. Вайкины, к примеру. Да, я изучил все слова Вайкинов. Я обалдел бегать по планетам, пока мне на здании и по станциям разговаривать, но я изучил. У Корбаксов надо еще будет попариться. Гильдия торговцев, к примеру. А тут максимальный, что ли? Гильдия наемников. Исследователей. Вот, друзья мои, пожалуйста. То есть, вот я не знаю, я надеюсь, кто-то поймет, конечно, друзья. В этой игре для вас безграничные возможности. Просто реально безграничные. Здесь есть все, что я когда-то раньше хотел. Исследовать миры. На планете построить базу, на планетах, на которой я хочу. Они рандомные планеты, никто их, кроме вас, больше по сути не увидит. У вас не будет одинаковых планет. Это даже если брать Империум в расчет, тоже он подметки не годится. Просто реально не годится. В Империуме там как бы интересно исследовать эти строения. Я надеюсь, и здесь ведут вот такие вот строения, где будет много врагов. Тогда это будет вообще шикарно. Тогда эта игра переплюнет абсолютно все. Ладно, друзья. Кто досмотрел видео до конца, не забудьте написать, стоит ли мне вам черкануть. Делать обзоры по модам, которые вот я устанавливал. А ты что, прикалываешься, что ли? Ну а что? Красивый космос. Это тоже мод. Что за нафиг? Да вы меня достали уже. Боже мой. Как меня от них тошнит. Да, это тоже мод, кому интересно. И вообще-то по поводу модов. Кто смотрел видео и видел, когда я воевал с пиратами, тот, наверное, обратил внимание, что меня прожали щиты. Ну, кто-то играл в эту игру, подумает, ладно, ерунда, бывает. Не совсем все так просто, друзья мои. Да, я понял. Это стражи меня мучают. Вот это, честно говоря, меня немного бесит. Но от них можно удрать. Они там прыгнули, вот пусть там и тусуют. До пупирения. На станцию надо сесть. Есть, кстати, разбитые космические станции. Я повторюсь, эти станции были с первых версий игры, когда еще не было тут возможности по ним так побродить. То есть там сидел один торговец. Очень интересно, я сейчас искать их не буду. Это тоже отдельно надо видео делать. Ну, друзья мои, как вы, говорится, видите, вот у меня очень много модов стоит на различные аспекты игры. Но игра сама по себе шедевр. Если разработчики реально смогут еще добавить какие-нибудь здания, в которых можно будет поймать экшончик. Побольше всяких шмоток, моток. Но эта игра, они затачивают. Друзья мои, она заточена, вот эти вот все возможности, которые есть. Они заточены под приставки PS4 первого даже типа. Там она идет. Хоть можете себе представить PlayStation первого типа, когда самая первая она вышла. Даже на них она идет, игра. То есть она оптимизирована бешено. Вы нигде больше такой игры не найдете. Никогда. Я говорю, я надеюсь, эта игра сможет продолжить свое существование. Потому что если она закроется, больше таких игр не будет. По поводу ютуберов, да. Кому заплатили, у кого пиара больше, тот сейчас и выигрывает. Остальные почему-то верят. Я не знаю. Знаете, у меня такое впечатление складывается, что молодое поколение, по большей части, оно тупеет. Я раньше не был таким наивным, извините меня, я никогда им не был. Я прежде чем вот... Раньше я когда игры покупал, я сначала демо-версии брал. Да, я покупал журнал вот этот игровой.
мир. Я оттуда скачивал демо-версию. Я смотрел, что за игра, понравится она или нет. Потом я ехал аж на Ленинский проспект, в магазин лицензионный, там покупал. Ну, правда, не факт, что я лицензию покупал, но там покупал игры. Здесь же сейчас. Ну, правда, история, почему, это тоже надо отдельно рассказывать. Мало так русских переводов в игре, потому что в России все, по сути, скачивают пиратки и думают, что они правы. Мне тоже некоторые бывало утверждали, это же пиксели, за что здесь платить? Знаете, я поэтому и бросил вообще, когда пить, вот только из-за этих вот ссор постоянных, потому что мне ты платишь за пиксели. Особенно мне нравится, когда человек напивается и это мне говорит: платишь за пиксели, ты херня страдаешь, надо скачивать там зарендов, пиратов. Оперный театр, ты пьешь водку, которая рушит твой организм, рушит зачастую семьи, доставляет тонну неудобств другим людям. Мне еще эти люди утверждали, что плачу я за пиксели. Я не знаю, откуда это все взялось. Но, я, в частности, из-за этого тоже бросил бить. Потому что мне это надоело просто. Такая дуристика. У людей бывает со рта лезет, когда они напьются. Я не рекомендую, друзья, вам пить. Также не рекомендую курить. Не гробьте свое здоровье, кстати говоря. Оно вам пригодится. Лучше вот так вот посидеть, поиграть в компьютер. Пойти на улицу прогуляться. Не знаю, спортом позаниматься. Побегать, к примеру, в парке можно. Главное, чтобы вас с маньяком не перепутали. А так будет все в порядке. А то еще кто-нибудь тебя греет. Маньяк! Ладно, это уже такое, другое мое, друзья мои, предисловие. Ну, надеюсь, вам, друзья мои, мой обзор такой, да, он длинный будет. Но тут короткий обзор не сделать. Это не сделать обзор на 5 минут. Эта игра предоставляет бескрайние, бесшовные возможности. Обзоры нормальные этой игры я не видел. Если у кого-то есть, линканите, как я говорил всегда, линканите ютубер, я постараюсь научиться у него, как можно в этой игре, к этой игре сделать минимальный, бляха-муха, обзор, а не практически на час, если он не больше, чем на час выйдет, потому что я сейчас сегодня сдохну, чувствую его реально заливать. Это заливать, его обрабатывать еще здесь будет. Ой, я не знаю, сколько это времени. Ладненько, друзья, надеюсь, вам понравилось. Также запомните, по видео посмотрю, сколько времени оно будет идти. Узнать хотя бы примерно, сколько стоит делать максимум видео. Да, я согласен, средний просмотр видео у меня 15 минут. Поэтому у меня в топе видео вообще по Расту. Хоть у него просмотров относительно мало, да, но в топе, потому что там по 15 минут серии. Может вообще переходить на 15-минутные видео? Вот у меня такой вопрос. Ладно, друзья, это уж мои такие личные предпочтения. Что вы думаете по этой игре, пишите. Я не знаю, каким образом мне попытаться достучаться до других зрителей, но у меня, говорю, вот у меня по статистике люди 18 лет старше, 18 до 30, по идее, уже у людей, которых мозг сформировался. Хотя я не понимаю, у меня и раньше были мозги, я не знаю, может, раньше в другое время жили. Почему сейчас такие все доверчивые какому-то дяде? Да, знаете, как в фильме «Звездный десант», последняя его часть, кто смотрел? Главная популярность, а то, что планету нам придется взорвать, нам плевать. Всем удачи, друзья, всем пока.